Как ее расшифровать? Евангельская баптистская церковь, город Кент. There you go. It's Evangelical Baptist Church of the city of Kent. And we're so thankful. Мы очень рады, что вы с нами. Пусть Господь. Я тоже рад очень быть с вами. We're really glad to be here with you. И хочу сказать, мы по особенному братья с вами. And I'd like to especially be here with you, brothers. Вот в чем дело, что мы тоже родились с первой украинской. You see, we also came out of the first Ukrainian Baptist Church. Но мы на 9 лет моложе, мы только тинейджеры, нам 14 лет. But we're 9 years younger, so we're still teenagers. И еще одно, потому что я, ну как, помню всегда, у вас такой никнейм. And I also remember you also by your nickname. Церковь на 66-й. The Church on 66th. И в этой церкви есть часть моего сердца. And in that church there is a part of my heart. Это брат Ярослав. And that's brother Ярослав. Потому что я знаком с ним еще с Украины и. Because I've known him since Ukraine. Мы вместе там служили, и я рад, что он здесь служит, и Бог благословляет вас. And I'm thankful that he is also serving here and God's blessing you. Я хочу поделиться. Опачки мои. Я хочу поделиться несколькими словами. I'd like to read a few words. Из послания к филиппийцам. I'd like to read from Philippians. Первая глава, шестой стих. Chapter 1, verse 6. Я убежден, что тот, кто начал в вас это благое дело, завершит его ко дню Христа Иисуса. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Церковь, Иисус сказал когда-то, я создам церковь. Jesus said, I will build the church. И наши церкви, это церкви Иисуса Христа, Он строит нас. And our churches are the churches of Jesus Christ. He builds these churches. И апостол Павел, он основал церковь в Филиппах. And Apostle Paul, he founded the church in Philippi. Но он осознавал, что Иисус Христос есть глава церкви. But he recognized that Jesus Christ is the head of the church. И он делает свою работу, и я уверен, и в вашей церкви он будет продолжать делать свою работу ко дню Христа Иисуса. And he is doing his work, and I'm convinced that he will continue this good work in your church until the day of Jesus Christ. И пожелание. And here's my wish to you. Та же глава с 9 стиха. Same chapter, starting with verse 9. И я молюсь. Мы здесь собрались, чтобы помолиться. And it is my prayer. We've gathered here to pray. О том, чтобы ваша любовь росла все больше и больше. That your love may abound more and more. И наделяла вас истинным познанием и здравомыслием. With all knowledge and all discernment. А также умением выбирать то, что действительно важно. That you may approve what is excellent. И тогда в день Христа вы будете чисты и безупречны. So be pure and blameless for the day of Christ. С обильными плодами праведности, что созидаются через Иисуса Христа во славу и хвалу Богу. Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Четыре вещи, коротко. Первая — любовь. Four things, really quickly. First thing is love. Бог наш есть Бог любовь. Our God is love. И Иисус Христос сказал своим ученикам. And Jesus Christ told his disciples. Любите один каждый, как я возлюбил вас. Love one another as I have loved you. Пусть в вашем доме молитвы. May in your house of prayer. Будет атмосфера любви. Will be the atmosphere of love. Потому что наш Бог есть Бог любви. Because our God is a God of love. Сегодня уже было сказано слово, что если я имею все дары, имею веру, но любви не имею. Today we've already heard that if you have all these gifts but you do have no love, я не имею ничего. I have nothing. Второе. Second. Павел говорит, чтобы вы наполнялись истинным познанием и здравомыслием. Paul says that you would be filled with knowledge and discernment. Это слово Божье. Чтобы ваше, this is the word of God. Чтобы вы основанием всегда имели слово Иисуса Христа that Евангелия. Your foundation would be the foundation of the word of God in Jesus Christ. И следуйте Писание, так когда-то сказал Иисус Христос. And that studies, you should study the gospel as Jesus Christ has called us to. Иисус сказал, кто строит свою жизнь на камне, Слове Господнем, даже буря пройдет,
что ни будет в вашей жизни, в вашем служении, вы устоите. And Jesus Christ has told us that as long as we build on a firm foundation of God's word, then whenever a storm comes through, we will still remain standing. Третье. Павел говорит, и тогда в день Христа вы будете чисты и безупречны. Paul says that in the day of Jesus Christ you'll be pure and blameless. Дорога Церкви Христовой – это дорога возрастания в познании и дорога освящения, чистота и непорочность. The path of the Church of Jesus Christ is the path upon you learn and you have discernment, which leads to purity and righteousness. Бог наш свят, и Он желает свою церковь видеть святой. Он освятил ее своей жертвой на кресте, чтобы всегда перед вашими глазами был крест Иисуса Христа, его искупление. Our God is holy and he wants his church to be holy so that you may be holy so that in front of your eyes you've always seen the sacrifice of holy Jesus Christ. И последнее, четвертое, здесь Павел пишет, чтобы вы были с обильными плодами праведности, что созидаются через Иисуса Христа во славу и хвалу Богу. And the fourth thing is saying that Paul is saying that we will be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Я желаю, чтобы ваша церковь была служащей церковью. I wish you that your church would be the kind of church that serves. Служили один одному, служили with ministry for one another. Yes, вашей community. And to your community. You can do it in English if that's easier. Возможно, мне легче по-украински, я уже перевожу на русский язык. Чтобы вы служили в том месте, где вы живете. That you would serve in the place where you live. Христос сказал, вы свет миру. And Christ said, you are the light to the world. И пусть ваш светит в этом мире, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего, что на небе. And may you light, may provide light into this world that people would see that light and glorify our God as a result of that. Пусть Бог благословит вас в этом. May God bless you in this.